Верховный суд Адыгеи рассмотрел уголовное дело, которое было возбуждено в отношении жителя Краснодарского края. Мужчина обвинялся в совершении убийства, сопряженного с разбоем. Преступление было совершено в декабре 2014 года на одной из автозаправочных станций в Тиучерском районе. Тогда женщина-оператор, нарушив правила безопасности, впустила в служебное помещение своего знакомого. Тот узнал, что в сейфе находится почти 700 тысяч рублей. У мужчины созрел преступный план. Он убил женщину, забрал деньги и скрылся. Проведенными в течение дежурных суток оперативными мероприятиями была установлена личность предполагаемого преступника. Также была получена информация о том, что он может находиться на территории Краснодарского края. Был организован выезд незамедлительно сотрудников уголовного розыска и взаимодействие с другими службами криминальной полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий на территории соседнего субъекта был задержан подозреваемый. За время следствия по уголовному делу правоохранителям удалось собрать неопровержимые доказательства причастности задержанного к этим тяжким преступлениям. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении строгого режима.